Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня продолжаем играть в Тес Онлайн. Босмер Хранитель. Закрываем локацию Альмерского Доминиона. То есть выполняем все квесты, находим все места и все достижения. Пытаемся собрать этих локаций. Итак, остров Ауридон. Не так уж и много нам здесь осталось на этом острове найти. Напомню, два важных объекта. Одно примечательное место. Ну и темницы изнанников, то есть подземелья. Но подземелье темницы изнанников первое спокойно проходится на нормале, скорее всего, одиночным игроком, то есть мной. Второе, скорее всего, тоже ветеранку не особо пойдем, не очень хочется. Посмотрим, все-таки подземелье групповое, я пойду туда соло. Так, вот у нас еще тут что, не куплен дом. Давайте посмотрим, что это такое у нас тут за дом. Не он, ага, вот здесь аж, да? Глянем. Посмотрим, сколько стоит. Господский дом, Матис. Это легатная, внесен на стену память, шедевр альтмерской архитектуры. Там, наверное, большой стиль. Как всегда, загрузилось быстро. F5. Варианты покупки. Так, 6000 крон, фиг вам. Ага. 1 025 000 монет. Слушайте, ну... Угу. Лишнее. Давайте-ка посмотрим, что тут есть. Не, на самом деле, не так уж и много денег. Я сегодня почти... А вот и жара у меня. С крыльями. Это прикольно. Освещение это интересно. Дрова. Интересно, я сегодня только около... Нет, 3 800 потратил, 3 800 000 на DLC-шку. Так что 1 000 000 для меня это небольшие деньги относительно. Но пока в кармане вот их нет. Они умели в банке. 5 000 на карманные расходы. Ну да ладно, стоп, а что это такое у нас? Остров Бурани. Так, а как нам туда попасть? Нет, идем через доки, попробуем переплыть. Да, сейчас попробуем. Дом, в принципе, вы можете написать в комментариях, стоит его брать или нет. У меня пока дом есть в Гратвуде, маленький. Ну, когда ты его брал? Сундук уже один не вмещается, но там он удобно расположен. И как тут обойти? Ладно, попробуем проплыть. Если, конечно, это возможно, если нас просто не сожрут рыбоубийцы. Своеобразная граница. Может и не сожрут. Потому что обходить, вот по карте видите ситуацию, что вот этот скальный хребет мне совершенно не очень хочется вот так обходить. Это долго, но похоже меня пропустят, все нормально. Так, что тут есть? Сундуки, ресурс. Ресурс. Тут собрал. Нет, вот она. У нас уже наметом все нормально, вижу. Сейчас посмотрим, что есть интересно. Вот я вижу 3 отметки контейнера. Умри. Ссылка сантуария хорошо работать, а? На следующем патче обещают еще ядовитый веер, который я сейчас использую, апнуть немножечко. Дай бог, чтобы вышел в релиз этот баф. Посмотрим. Так,
Сундуки, ой, ресурсы ресурсами, это замечательно. Но есть сундуки. Или их отправили на респаун уже кто-то тут до меня. Наверное, произошло, да? Пусто. Чайка. И спасибо. Зачем мне? Это надо. Хотя обычную руну дали. Так, сундуков я не вижу. То ли собрали, то ли не зареспаунились. Хотя подождите. Нет, нету. Печально. Ладно. Ну, к минимуму примечательное место мы открыли. Да, все. Открыли. И теперь у нас что, Северный маяк, коллеги, Альбертская благопристойность. Мы здесь. А где у нас коллеги? Вот он. Давайте-ка, слушайте, нам бежать, да тут далековато. Телепорт. 130 монет, это не деньги. Как говорится. Чтобы их зажимать. Так. Что у нас коллеги Альмерской благопристойности имеется? Вейсикс. Мне надо идти, молодой, грозивый, брось меня в пещеру, если снова опоздаю. Я поговорю с тобой позже, Бахам. Ничто не стоит того, чтобы терпеть этот бред. Пускай они спекнут свой Талмар и свой Доминион и... Погоди, о чем ты говоришь? Приветствую тебе, коллеги Альмерской благопристойности. Талмар основал это заведение, чтобы научить нас, младших членов Доминиона, тому, что необходимо выступление в гвардии. Я работаю на королеву Айрон. Святая правда, кстати. Если здесь что-то случилось... О, важная шишка. Слушай, ты мне не веришь? Тогда поговори с директором Танион. Проси этого самодовольного мерзавца, что это за место на самом деле. Возможно, тот, к кому прислушивается королева, сможет оценить эту дыру беспристрастным взглядом. Я с этим разберусь. Каждый, кто готов выслушать нас, благословит мои глаза в зеленом лесе. О, я, как лесной эльф, тоже это за комплимент считаю. Так, жестокий урок. А можно задать пару вопросов, коллеги? Спрашивай, что хочешь. Почему здесь обучать только лесных эльфов и каджитов? На этом настояли высокие эльфы. Они считают, что без надлежащего обучения наши новые союзники не могут представлять политику Талмара. И что ж у этой политики такого, что вы не можете ее представлять? Когда мы задаем подобные вопросы, наставники несут чушь про цивилизованное поведение. Между тем они пытаются сломать нас, лишить расовых традиций и культуры. Как будто маленький рост или наличие хвоста оскорбляет Доминион. Можешь сказать подробнее, что происходит? Расскажу тебе небольшую историю. У меня есть друг, Брин Тир. Пару недель назад у него был день рождения. Раньше в Гратвуде они с родителями устраивали небольшую церемонию в честь Зеленого леса. Ничего такого, лишь несколько слов. Продолжай. Танион застал его за молитвой, наорал на него и бросил в пещеру. Кричал о том, что сделает из него пример для его ублюдочной расы. Вот кто уж наш здесь, будто они прокляты. Пещеру? Пещера, соляные брызги, небольшая дырка в земле за коллеги. Они используют ее для наказания, когда мы выходим за рамки дозволенного. А, я расскажу еще раз, что такое Талмар? Талмар – правящая партия в Доминионе. Она состоит из рива кураторов, высоких эльфов, древ вождей, лесных эльфов и горстки вождей каджитов. Попробуй догадаться, какой вкус преобладает в этой похлебке. Если лесные эльфы и каджиты ходят в Талмар, то почему? И что, похоже на древ вождя? Может быть, они не знают, что здесь творится? Ну, давайте-ка подумаем. Узнаем. Интересно. Ну да. Талмарцы. Альтмеры, они самодовольны. Надо их научить. И где у нас? Скоро согласен. Я не трожу твою угрозу. Таню, вот. Просто к сведению. Заба не сиди сложа руки. Хорошего дня. Извини, мой маленький друг, для тебя тут места нет. Учеников из Зеленого леса не хватает. Я работаю на королеву. Меня прислали с проверкой.
Ты считаешь себя невежеланным гостем? Прошу прощения за мой невежество. Последние несколько дней выдались. Говорят, коллеги плохо общаются с учениками. Обращаюсь. Чушь. Строги ли мы? Да. Заставляем ли мы наш студент много работать? Да. Сражение, тактика, этикет. Чтобы вступить там, нужно много научить. Что скажешь насчет обвинений в насилии? Здесь не закусочная Skywatch. Мы на войне. Пафт, Ковенант, они смотрят на Ауридон, как на сочный спелый плод, который можно сорвать. Мы должны подготовить студентов к тем трудностям, которым они столкнутся на поле боя. Мне бы хотелось лично все увидеть. Ладно, нам здесь нечего сказать. Сходи в учебный класс, проведи учебные бои с нашими наставниками. Увидишь, что мы учим строго, но справедливо. Так и сделаю. Ну давайте посмотрим, как играть за классом Каджи там. Говорю, батюшка, это часть нашей подготовки. Нам приходится ежедневно отрекаться от зеленого пакта и клясться в преданности Доминиону. Подготовки? Заставники все время твердят, нет ничего, кроме Доминиона. Ай-яй-яй, нехорошее высказывание. Доминион Либералис? Ну, мы должны отречься от нашей старой жизни в единиц под знаменами Талмора. Теперь уходи, иначе у меня будет неприятность. Хорошо. Так... We swear fealty to the Dominion. Куда она? Вверху, что ли? You will stand there until I permit you to sit. Не здесь. Tuck in your tail, soldier. Прими хвост, солдат. This one there. Кажется, сделал, как вы велели. Прошу вас. Talking back. Смеешь мне перечь? Отправьте назад в пещеру. Главное гость. Тогда продолжим позже. We'll continue this later. Ивара, что с тобой делать? Ивара не хочет в пещеру, только не в пещеру. Какую пещеру? Пещеру, соляные брызги. Это к северу от коллеги, это к берегу. Они бросают нас туда, чтобы исправить. Что-что? Кажитка считает, что это жестокость ради жестокости. Они плохо кормят, издеваются над нами, избивают. Мы должны тренироваться, чтобы присоединиться к Талмору, но они относятся к нам как к рабам. Спасибо, что поговорил со мной. Так, провести учебные бои с прокторами. Так. Разберись с ним, пока он не стал проблемой. Я не потерплю рост по там кота. Так, проктор учебного боя, иди сюда. Этот слизняк в ужасной форме. Ты согласен? Вообще-то Танион приказал мне вызвать тебя на бой. Прекрасно. Тогда защищай. Ну. Пощады, хватит. Так, ты хорошо дерешься, дрянь. Я буду за тобой следить. Вообще ни о чем, на самом деле, бой. Ты мне что? Что тебе нужно? Таня, он приказал мне вызвать тебя на бой. Как пожелаешь. Нападай. Хватит, хорошо дерешься для средняка. Короче, ни о чем пока. Так, это двое все или еще с ними можно? Да-да, я не могу тебя одолеть. Хорошо дерешься для средняка. Ну-ну. Как надо масштабировать? Наверное, здесь ведь по симметрии будет, нет? Да, та еще мусорная яма, это коллеги. Кто мог подумать, что Танин придет сегодня свежим мясом? Танин приказал мне вызвать тебя на бой. Так, Танин ответит за это. Он меня подставил. Ага, ну и последний. Не могу говорить, мне надо присматривать за этим связняком. Вообще, Таня пытал мне вызвать оно. Прекрасно, тогда защищайся.
Так, в общем, ни о чем. Тренера. Совершаем. Итак, ты закончил смотреть наш маленький? И что думаешь, поверить не могу, что вы позволили себе так относиться к ученикам? Ты просто не понимаешь, они не отёсаны, не обучены, не дисциплинированы. Мы должны прибегать к исключительным мерам. Что ж, покажешь мне еще что-нибудь? Ничего не приводит на ум, только студенческие комнаты. А я бы предпочел, чтобы ты не мешал учащимся спокойно заниматься. Спасибо за интерес к нашим коллегам. Боюсь, мне пора идти. Так, жестокий урок, поговорить с Бахам. Посмотрелся в почву и как на самом деле обстоит дело. Ты слышал, что Танион важная шишка. Ты видел, чему они учат нас? Теперь тебе нужно увидеть, что происходит, когда мы покидаем эти пыточные ямы. Что ты имеешь в виду? Я только что купил бинты и мазь у бандарских торговцев. Эти каджиты — единственные друзья, которые у нас здесь есть. Зачем тебе бинты? Я не видел, как нас избивают. Над нами издеваются. Ты уж после всех истязаний не перевязывают нам раны? Бывает, мы также остаются без обедов и ужин. Чем я могу помочь? Я хочу, чтобы ты увидел, как здесь на самом деле обстоит дело. Нора, другой студент, унес медикамент в свою комнату. Встань и поговори с ним. Забери медикаменты, отнеси их Бринтир и Талорель. Им сегодня сильно досталось. Где ты будешь? Надо поговорить с Ларой. Ей тоже сильно досталось, хоть ее шрамов и не видно. Ступай. Так, это куда-то... Ага, это студенческие ученики, да? Так какой... дом. Ага, вот. Так, ну и где кто? Второй этаж? Нурат. Привет. Кто отправил тебя к Адвинту? Бахам. Бахам прислал меня забрать кое-какие медикаменты. Да, новое выступление от бандар. Добрая она, это Бахам. Всегда следит, чтобы она заботилась. Куда мне отнести медикаменты? Талорель и Бринтир recovering in their dorms. Талорель и Бринтир отлеживаются в всех комнатах. Сегодня был плохой день для всех. Темная луна, да? Удачи. Спасибо, Нурат. Спасибо. Так, забрали меня. Вот интересно, попытаются меня убить? Проктор. Встань, Илара, ты отправишься в пещеру. В пещеру? За что? Он ничего не сделал. Не отправляйте Илару туда. Don't put Ilara in there. Special order. Особый приказ Таня. Может быть, это научит твою коротконогую подругу не нарушать правила. Бахам может и выйдет отсюда. А ты кошка, всего лишь мертвый груз. Так, Бринтир. Thank you. Спасибо, меня очень сильно избили. So harsh. Все? Понятно. Пещерки-то кто? Какой-нибудь вампирик? Так, а куда дальше? Вот этот дом, да? Талорель. Еще никто здесь не проявлял ко мне такой доброты. Спасибо. Так, поговорить с Бахамом. Ублюдь, высокий, бледнокожий, длинноухий ублюдь. Что произошло? Помнишь, я говорил, что мне нужно поговорить с Ларой? Я отлучился всего на 5 минут, а Малангве, верная собака Таньон, уже на нее набросила. Малангве утащила Илли в пещеру. Еще одну ночь с Оленой Брыгой она не переживет. Не ее нынешний стон. Что ты собираешься делать? Я соберу студентов. Мы пойдем на штурм пещер. Все, что нам нужно, это клинки. Забан, бандарский торговец, который дал мне бинты. Он продаст их нам. Разве у вас нет оружия? Нет, после занятий наставники забирают наши тренировочные клинки. Поговори с ним. Я соберу остальных встреч с тобой в бандарском лагере. Хорошо, встретимся там. Да. Не, ну в принципе, я как глаз королевы, доверенное лицо, имею право на наведение порядка. Так что все нормально, законности тут. Кто напасть попробует, так сказать, угомоним. Вот что получает драный кошка, когда пытается интажировать скрытое наследие. Разумдар. Ух ты. Мой начальник. И
товарищ. Обычный канал не работает. Имею в виду, коллегия дискредитирована. Директор Танион носит маску скрытности. Забан вначале не был уверен. Теперь информация подтвердила. Сама скрытая королева управляет этой коллегией. Немедленно присылай агентов. Забан. Что здесь случилось? Забан, проклятье. Что здесь происходит? Похоже, кто-то напал на торговцев. Я нашел эту записку у тела Забана. Все это время. Я думал, что он наживается на наших страданиях. Он пытался нам помочь. Это все, кого ты смогла собрать? Да, мы боимся пещеры соляных брызг. Слишком много воспоминаний. Найди Лару. Ее нужно вытащить оттуда. Мы заберем оружие из этого лагеря, а потом разберемся с нашими учителями. Не волнуйся, я помогу Иларе выбраться из пещеры. Скрытое наследие. Ну, а теперь все понятно. То есть местная оппозиция, которая против воссоединения, ну, вернее, союза эльфов, ну, альтмеров, босмеров и таджитов, то есть самого Доминиона. Да, нет вернее способа, чем дискредитировать так альтмеров. Гениальный план. Но эту оппозицию мы, в общем-то, уже почти раздавили, напомню. Там осталась, ну, голова ее убита, причем, скажем так, не позавидуешь ей. Не справится с заданием Молага Бава. Ой, и Мируниса Дагона. Разгневать там, по-моему, попутно Молага Бава. Это... Или пещера. Это не то, что хочется иметь, так сказать, в активе. Ну, пусть ее душа вечно горит в Обливионе. Ресурсов тут, кстати, много. А как попасть? Низа. То есть я ищу какой-то люк, а не на гору пытаюсь забраться, да? Но я не вижу. Может быть, здесь... А, вот оно что. Всё. Нашел. Так. С одной стороны. Почему вы бросили ее сюда? Она делала ничего плохого. Тебе не место здесь, кошка. Никому из вас здесь не место. Живым тебе отсюда не уйти. Я вот не понял, куда бежать. Вам не сломить нас. Паучих яиц не берем. Ингредиенты как-никак. Все, пусть падают. Я даже не буду мудрить. Так, смотрите, вот так убивают. А? А-а-а, здравствуйте, пирамир, малангвэ. Все, отдыхай. Внутренняя пещера. Так, одолеть Таниона, поговорить с Иларой. Выпустите ее. Темные луны, выпустите ее. Сейчас сделаем. Ой. Лара. Она просто хочет выбраться. Все хорошо, Танион мертв. Я не собираюсь убить Лару. Просто за то, что она, это она. Разве я могу быть не каджит каким-то другим? Все закончено, давай убираться. Да-да, спасибо. Каджитка уверен, что Бахам волнуется. Давайте вот тут попробуем выйти. Сразу в коллегию. Может, так короткий выход. Просто маркер показывает другую сторону. Да, вроде нормально. Ну, руководство, которое подскрыто наследием, выкосили. Теперь здесь. Ах. Да нет слов. Я так благодарна за то, что ты нашел Лару. А что станет?
Да не умер. Тогда все кончили. Школа наша, мы начнем все заново. Будем учиться, что на самом деле вступить там. Чтобы Босмер и Каджита заняли влиятельные посты. Спасибо, друг. Благодаря твоей храбрости Альянс стал еще крепче. Пожалуйста, да. Ну такое, забираем. Подали чуть-чуть. Ну интересно квест с развязкой. То есть не все талмарцы, ну, не все альперы, конечно, сволочи, но многие. А здесь была тонкая, но эффективная игра позиций. Так. С этим квестом мы разобрались и коллегию нашли. Ну что ж, остался северный маяк. Вот он. Мы где? Где-то здесь. А, вот я. Ага, не так и далеко. Погнали. Ресурсов сколько еще не открыто. Пройдешь, нет? Пройдем. Да ладно, все ресурсы прям мы открывать не будем. Вижу, еще там руду мелькнуло. Ну нет, боссов мировых мы тут всех поодолели. Ребят, там что-то мебель обсуждают. Для обстановка для дома, да. У кого-то цель игры. Обстановка дома, красивый декор. Почему бы и нет? Вполне уважаемая тема. Безобидная. Это не ПВП. Подожди, пукан другому. Там грехи бывают. Что сказать? Сундук. Тебя ушли с открытого наследия. Угу. Скопилось много чего турнирно, ладно, пусть остается. Квест, вот я смотрю, там есть на северном маяке. Так. Тут немножко бардак навели. Разве? Это кто? А, вот этого я не заметил. Нос. Дуки больше просто отмечаем на карте, чтобы знать, где что на будущее. Урну можно выставить? Так, ты кто? Разведчик Арфанель. Thank Ariel. Слава Ауриэль, союзник. Ты из отряда Разум, не так? Разум, да, конечно. Я тебя знаю. Твоя репутация опережает. Слушай, я должен обеспечивать поддержку здешним войскам, но наших солдат преследует один элитный следопыт из Львиной гвардии. Одному мне не справиться. Поможешь? Что нужно сделать? Помоги раненым выбраться. К востоку есть хижина с припасами, где хранится форма Ковенанта. Если сможешь, раздай эту форму нашим солдатам, чтобы они смогли убежать. Что-то еще? Они хранят что-то в хижине к западу отсюда. Думаю, стоит заглянуть. Что делает один из глаз королевы? Мне и нескольким дню назад было приказано отправиться в экспедицию на север. Мы должны были переправить пару перебежчиков из земель Ковенанта, но треклятые доверховцы последовали за нами. Теперь мы стараемся сократить число жертв. Эти формы Ковенанта. Напомню, Ковенант — это у нас союз бретонцев, орков и редгардов. Эти формы в доме, да? Точно склад припасов. Никого нет? Ну хорошо. Помочь солдатам.
Ну ладно, непонятно. А, форму, видимо, поучитывал. Хотя нет, не знаю, куда, почему форма не отображается, но мне она не очень нужна. Так, спасти раненого солдата, войти на западный склад с припасами. А если убьем? Умри. Так. Раненый солдат. Раз. Ага. Два. Подождите, там я что-то кого-то пропустил. Нет, я не пропустил, это он просто чуть не отметился, видимо, что убегает. Ладно. Ага, то же самое, да? Вот еще двое, я смотрю. Так, три. Угу. Четыре. Так. Это понятно, стандартный мобы. Вот. Сколько у вас? Все? Так. Войти на западный склад с припасами. Ой. Не заметил. Пассивка пусть работает. Так, Корей. Должно быть, тебя послал Арфан. Глаза королевы видят все, да? Это так. Да храни тебя, зеленый лес. Я уже забрала из хижины все, что нужно, как раз собиралась спать. Можешь делать мне, должен немного тут прибраться. Хочу обо всем доложить, знаешь. Кто ты, Миша? Возьми эту огненную соль из всех пустых ящиков, получится превосходный растоп. Когда закончишь, здесь ступай к лагерю на утес. Наверняка Арфанель захочет тебя поблагодарить. Не понял, ну ладно, типа надо поджечь. Поговори с Арфанелем на утесе. Без проблем. Ага, так, на утесе. Да, пригодится. Пути сбились, нет? Да, утес явно не здесь. Мы под ним, и это надо как-то искать дорогу. А, один наш, один не наш. Да, может, в принципе, и не бить, там дот все сделает, все-таки от реликвена, от яда доты идут. Пушечки пусть отдохни, пожалуйста. И не здесь. Ну, пойдемте наверх дальше. Ага, вот она. Золото с них копейки. Тенха еще не будет, ну да и ладно. Вот, солдаты первой морской пехоты Уридона. Туда, где надо, куда надо, пришли. А нас тут прилично, слушайте. Так, разведчика. Я поймал своего следопыта. Кари, я рассказал мне о твоих подвигах. Часть солдат смогла покинуть поле боя, мы уничтожили склад снабжения противника.
Отлично, глазам приходится, да, заниматься грязной работой. Так. И все же, думаю, ты согласишься с тем, что поддержка тоже имеет значение. Спасибо, мой новый друг. Глаза королевы используют особое практичное вооружение. Запряжка этого пояса, например, спрятан небольшой мешочек. Не сетовый пояс, простенький квест, но тем не менее. Так. Оставили дезертира из Ковената, безопасное место. Что ж, закрыта, да? Область. Дом не куплен. И темницы изгнанников. Давайте на следующий уже раз мы оставим. Покойтесь миром, парни. На следующий раз. Ой-о, сейчас разобьюсь. Нет? Эльфийская пассивка босмерская спасла. Это ж надо. Короче, следующий раз купим дом и купим... и будем уже подземельем заниматься. Шар бы купить нельзя, чтобы кого-нибудь не садовать. Ладно, а пока на этом все. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч!